Летистые розы. Осматриваем после зимовки. Я осенью делала обрезку, но после зимовки я всегда делаю корректирующую обрезку. Вот видите, верхушки где-то подмерзли. Надо их обязательно срезать. Посмотреть хорошенько санитарную обрезку сделать. Вот видите, почернел ствол этот. Его вырежу сейчас. В общем, сделать санитарную корректирующую обрезку. Посмотреть. Так, подкармливаем сейчас пока в стадии набухания бутонов, распускания бутонов. Мы подкармливаем азотными удобрениями. У меня это кальциевая селитра. Мне нравится кальциевые селитры подкармливать. Вот. А как распустят цепочки, готовлю баковую смесь от болезней. Биопрепарат Аллерин плюс Гомаир. По инструкции, если нет признаков заболевания. Если есть признаки заболеваний, тогда готовлю, значит, скор, ну, либо аналоги скор, добавляю баковую смесь. От вредителей добавляю биопрепарат фитоверм, липидоцид, битоксибацилин. Если же вредители есть, тогда что-то посильнее химию добавляю. Плюс к этому, значит, комплексное удобрение фертика с формулой для роз, с формулой 20-20-20. Значит, и что какой-нибудь стимулятор роста, это эпин, циркон, потому что очень сложная зима была с этими соттепелями. И поэтому, чтобы дать старт и рост хороший розам, готовлю такую баковую смесь и по листу опрыскиваю. А сейчас пока санитарная обрезка и подкормка азотом.